Всем здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу попросить у вас о помощи, о поддержке. Пожалуйста, не проходите мимо. Помогите, пожалуйста, кто чем может. У меня очень сложная жизненная ситуация. Я буду очень благодарен вам, если вы поможете. Приятного вам просмотра. Каждый игрок понимает, что его ждет сегодня. Это дерби. Смотрите EATV и узнаете, получится ли у них достичь цели. Смотрим футбол на стадионе Civitas Metropolitano. Пожалуй, именно в таком месте создается лучшая футбольная атмосфера. Ваши комментаторы сегодня – Георгий Черданцев и Константин Генич. Трансляцию матча чемпионата приготовили мы для вас сегодня. Это «Атлетико» против «Реала». Болельщики заполнили стадион, свободных мест у нас нет. Ну еще бы, такой матч. И о составе мадридского «Атлетико». В воротах Ян Облак. В защите Стефан Савич играет с Хосе Хименесом. Родриго де Пауль играет с Коки в центре полузащиты. И впереди Антуан Гризман играет вместе в паре с Мемфисом Депаем. Мяч в центр штрафной летит. И правильно, долой мяч из штрафной. Реал начинает игру в таком составе. В защите Милитао играет с Алабой. Эдуардо Камавинга начинает с Тони Кроссом в центре полузащиты. И впереди у них два нападающих. На их плечи ложится сегодня игра в атаке. Антуан Гризман. Из этой атаки что-то может получиться. Команда хорошо двигает мяч. Сестра Аспиликуэта с мячом. Атака уходит с фланга. А мяч уже у соперника. Карвахаль. Джуд Беллингем с мячом. Возвращается мяч Карвахалю. Очень вовремя мяч перехвачен. Опасную атаку остановили. Савич. Марио Эрмозо. Стефан Савич. Льоренте. Уверенно они в атаку идут. Льоренте. Передача на Гризмана. Депай. Сестра Аспиликуэта с мячом. На угловой мяч уходит. Подает Гризман. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Штрафной в пользу Реала. Ферлан Менди. Джуд Беллингем. Ферлан Менди получает пас. Это Ферлан Менди. И подача туда, в сторону ворот. Не вынес сразу мяч защитник. Опасно может быть. Это Мемфис Депай. А сейчас вперед можно выйти. И просто гол мечты. Повторяют нам гол. Замечательную комбинацию они разыграли. Ну и завершение контратаки, конечно, классное. Здорово он вратаря перекинул.
Интересный матч получается. Вот уже Реал и проигрывает. Посмотрим, чем он ответит. Камавинга. Родриго с мячом. Есть тут возможность к воротам убежать. Нельзя терять мяч в такой ситуации. Теперь их за это наверняка накажут. Джуд Беллингхэм. Он блокирует опаснейший удар. Де Паул. Мяч перешел к другой команде. Тони Кросс. А вот и атака Реала. Винисиус Джуниор. Пас на Тони Кросса. Мяч у Беллингем. Кросс. Родриго с мячом. Как играет? Отличный блок. Льоренте. Антуан Гризман. Аспиликуэт. Де Пауль. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Родриго. Сесар Аспиликуэта. Нет мяча, больше у Гризмана. Винисиус. Винисиус с мячом. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Всего одна минута добавлена к основному времени. Давайте немного передохнем. Судья только что завершил первый тайм. Возвращаемся на поле. Впереди второй тайм. Пока что Реал проигрывает в один мяч. Но мы все знаем, на что способна эта команда. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Мяч в игре, хорошо исполнено. Атлетико в итоге без мяча остается. Обостряет в сторону штрафной. А это серьезно. Они забивают еще один мяч и уходят в отрыв. Отличная техника у него. На повторе видно, как он здорово обманул соперника и отдал пас. Из близкого расстояния без труда он отправляет мяч в ворота. Счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Родриго. Родриго. Тони Кросс. Тони Кросс. Набирает обороты эта атака. Атлетико исполнит штрафной. Тренер Атлетико производит замену, пытается усилить игру своей команды. Con el
Даниэль Карвахаль. 30 минут играть осталось. С мячом Федерико Вальверде. Навес на Винисиуса в штрафной. Удар головой, и вратарь играет здорово. Здесь сколько угодно можно подбирать эпитеты к игре вратаря, но он сыграл действительно превосходно. Замену Атлетику, пора освежить игру. Навешивает кросс. От души по мячу он приложился. Хосе Хименес. Лемар. Сесар Аспиликуэта. Сесар Аспиликуэта с мячом. Попадает мяч в штрафную. Что творит? А, какой сейв! В составе Реала замена. Интересно, как перестроится игра. Пошла подача. У него получилось выбить мяч далеко. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Супер момент у него. Отлично, вратарь мяч выбивает. Угловой, мяч покинул пределы поля. Навешивает с углового Тони Кросс. Вратарь забирает этот мяч без особого труда. Да, там ничего сложного не было. Мяч от головы прилетел прямо в руки вратарю. Вот такой отбор. Соперник остается без мяча. Получается отдать на ход. Надежная игра вратаря. Офсайд сигнализирует боковой. Хорошо, он мяч сохраняет. 15 минут до конца основного времени матча. Де Пауль. Хорошую игру в пас они показывают. Марата. Мяч у Родриго Де Пауля. Родриго Де Пауль. Коки получает мяч. Снова на Коки. Отличное оборонительное действие. Здорово сейчас может контратака пройти. Родриго. Федерико Вальверде. Родриго. Федерико Вальверде. Родриго с мячом. Было нарушение, но мяч у Реала, и арбитр даст отложенный штраф. Прекрасная игра защитников штрафной. Де Пауль. Хави Галан. Мяч у Родриго Де Пауля. Родриго Де Пауль. Лемар с мячом. Где мяч? Не прошел к воротам. И пас перехвачен. Тома Лемар. Мы уже знаем, сколько добавили к основному времени. Играть еще 2 минуты. Есть у него пространство сейчас. Тут нужно было отвести угрозу от ворот. И вратарь это и сделал. Просто отбил мяч подальше. Де Пауль. И вот он, финальный свисток. Атлетико одерживает победу в этом дерби. В конце концов, их преимущество в 2 мяча оказалось решающим в этой встрече. Это была убедительная победа.
Он провел хороший матч, выполнил большой объем работы и был лидером на поле. Хорошее он завершение атак, конечно, и помог команде своей сегодня выиграть.